Гатчина готовится к Дню Победы. На площади перед дворцом прошла репетиция парада. Маршировали более 500 человек. Это военнослужащие гатчинского гарнизона и кадеты. 9 мая парад начнется на площади перед Гатчинским дворцом в 10 утра. Строй пройдет по Красноармейскому проспекту, по проспекту 25 октября и по улице Чкалова, мимо памятной стелы. Сегодня здесь закрепили центральный гранитный массив элемента. Памятный знак устанавливают в честь присвоения Гатчине звания «Город воинской славы». В каждом городе есть что-то свое. Там связано это. У нас, допустим, это связано с тем, что это место на необычном рельефе располагается, да, поэтому у нас по нашему проекту добавлена подпорная стенка. Плюс на гранитных тумбах будет 16 бронзовых барельефов, тематика которых связана непосредственно с героическими событиями Гатчины и Гатчинского района. Памятная стела для горожан будет открыта уже 9 мая. А к дню рождения Гатчины сквер у мемориала благоустроят и установят на тумбы бронзовые элементы.